первые в Евраз Холдинге перешли на работу с применением самоходной техники, мы в 2020 году значительно повысили производительность этой техники, ну и непосредственно производительность шахты по добыче полезного ископаемого. Вкупе с хорошей командой специалистов, которая собралась на шахте конкретно в 2020 году, все эти факторы позволили нам выйти на показатель 4 875 тысяч тонн руды, ну, что является действительно лучшим показателем за годы работы шахты. Ну и, как сказал, будем увеличивать потенциал до 5 миллионов. Thank you.
Так, Алексей, 12-15, может быть. Один из ключевых фокусов нашей компании – это направление экологии. В первую очередь, это забота о жителях нашего города и нашей области. Поэтому достаточно серьезные инвестиции мы вкладываем именно в экологические проекты. Вот, например, если смотреть с 2012 года, то сбросы в реку Томи они сократились в 4 раза. А тот проект, который обеспечит оборотный цикл, к 2024 году полностью исключит сбросы в реку Томи. Также в 2020 году на Западно-Сибирской ТЭЦ были модернизированы электрофильтраты, которые позволяют сократить выбросы вот этой угольной пыли с дымовыми газами практически в 10 раз. Следующее направление – это шламохранилище Таштагол, Шерегеш, сероочистка в аглофабрике, охлаждение, конечное охлаждение коксового газа. Все это направлено в первую очередь на то, чтобы снижать выбросы и сбросы и защищать нашу экологию, соответственно, наших жителей.
что-то по виду мощный такой.